Одной из альтернатив общественному транспорту может стать велосипед. 20 мая в пятницу Губкинский станет участником всероссийской акции «На работу на велосипеде». Ее основная цель – пропаганда велодвижения в стране. Велосипед, вопреки стереотипам, может быть разумной транспортной альтернативой. Он также поможет поддержать физическую форму и является инструментом для улучшения экологии. Приглашаем всех жителей нашего замечательного города принять участие в всероссийской акции «На работу на велосипеде». Всех работников различных учреждений, предприятий города в своей повседневной одежде. Желательно сесть на велосипеды, конечно, отбросить автомобили и приехать на работу, с работы именно на таком транспорте. Принять участие в акции «На работу на велосипеде» может любой желающий. Главное – иметь велотранспорт. Для тех, у кого нет велосипеда, в городе работает пункт проката на базе «Секонка». Напомним, в сентябре 2015 года Министерство транспорта поддержало инициативу введения единого дня велопарадов и всероссийской акции «На работу на велосипеде». В качестве единого дня проведения велопарада была выбрана последняя воскресенье мая, а днями проведения акции «На работу на велосипеде» два дня в году – 3 пятницы мая и сентября.